против новеньких. Мы тоже против. Нафиг новеньких. Кроме Фреша. Ребята, может, дадим им шанс? Да, я хочу с ними подружиться. Я научу их кушать лапшу и кимчи. Да ты надоел со своей корейской лапшой. Ты кроме нее ешь что-нибудь еще? Нет, я только ем корейскую лапшу и кимчи. Понятно? Кстати, мне тоже нравится корейская лапша. Чё смотрите, новенькие? После того, как наш кампус стал популярным, все хотят в него попасть. Блин, меня бесит, что очкарик постоянно поправляет свои очки вот так вот. Так, иди врежь ему. Ага, сейчас. Стой, не время, успеешь. Короче, я все решил. Девчонок оставляем, очкарика убираем. Только попробуйте тронуть моего очкарика. Будете иметь дело со мной. Ну и о чем они там говорят? Наверное, нас обсуждают. Кажется, мы им не очень понравились. Ничего, я добьюсь того, чтобы они меня полюбили. Девчонки, да они дикие. Держитесь от них подальше. У меня уже были с ними проблемы. Тебе надо, ты и держись. А я уверена, что найду себе краша и подружусь с девчонками. Они какие-то кринжовые. Да, решено. Мы новеньким устроим сладкую жизнь в кампусе. Прогоним их. Один за всех. И все за одного. Короче, новенькие, валите из кампуса по-хорошему. Мы вас не боимся, и мы не уйдем из кампуса. Я, если что, молчал. Девчонки, мне проблемы не нужны. Слышь, ты чё, трус? Нет, просто у меня новые очки, и я не хочу, чтобы мне их разбили. Ребят, вы чё такие агрессивные? Все круто, мы на позитиве. Давайте дружить. О, давай дружить, я согласен. Обнимашки? Халк, ты чё, предатель, что ли? Настя, что ты лезешь? Ты не видишь? Малышка хочет дружить, и я хочу дружить. Понимаешь, о чем я? Короче, новенькие, тут такое дело. В общем, мы вам тут не особо рады. Можете не подлизываться, мы на это не клюнем. Ну да, ты же не курица, чтобы клевать. Стеф, ты это слышала? Она тебе дерзит. Ну все, я тебя запомнила. Мы с тобой потом поговорим. Что, ребята, вы уже подружились? Ага, они такие классные. Ха, такие классные, что я просто в восторге. Очень послушные, все отличники, в кавычках. А я предлагаю закрепить нашу дружбу и устроить знакомство с нашей школой. Сейчас я вас временно разделю на команды, и наши ребята проведут вам экскурсию по всему кампусу. Мы что, в музее? Какая экскурсия, учитель Макс? Нет, не в музее, Мэнди, но новенькие должны привыкнуть к нашему кампусу, чтобы знать каждый кабинет и не потеряться. Кстати, сразу скажу, мы за здоровое питание. Гамбургеры и колу мы не едим и не пьем. Окей? Окей! Учитель Макс, в общем, мы посоветовались и решили, что новенькие сами смогут найти все кабинеты без нас. Да, ребята? Да! Да, Макс, они что, маленькие, что ли? Мы ж не в садике, сами разберутся. А мне иногда по поведению подростков кажется, что мы именно там. Ребята, вы что, забыли девиз нашего кампуса? Макс, я помню, можно я скажу? Чек, не мешай, не видишь, я занимаюсь воспитательным процессом. Ребята, давайте все вместе. Кампус – одна большая семья. Кампус – одна большая семья. Вот это уже другое дело. Короче, новенькие, кто накосячит, того закрою в туалете и выключу свет. Я вообще-то темноты боюсь. Значит, ты будешь первый. Тьфу. Чак, я тебе уже говорила, твой туалет никто не боится. А я уже знаю, кому я буду показывать кампус. Ты не будешь никому ничего показывать. Тут еще почему? Потому. Мэнди, дай мне список новеньких. Держите, учитель Макс, они уже в моем черном списке. Итак, Оливия, тебе кампус покажет Камиль, Халк и Найс. Ого, классно! Я покажу и самые смачные места в нашем кампусе! Халк, а что, у нас есть места, в которых я еще не был? Я там еще не был. Бабл, Дилан, Гуфи и Понка покажут кампус Фрешу. О нет, только не к ним. Кто хочет показать кампус Габи? Я хочу, я! Ага, все молчат, ну как всегда. Окей, тогда Габи идет баскетболистом.
Блин, меня что, не видно? А Молли и Фиона идут к теннисисткам. Покажем девочкам кампус. Yes, нам не придется показывать новеньким кампус. Камиль, даже не вздумай заглядываться на новенькую, я за тобой слежу. Держи, Мэнни, свой черный список. Ну что, подростки, всем хорошего дня! Ребята, у нас для вас классная новость! Специально для вас, для наших любимых подписчиков, мы выпустили свой крутой мерч кампуса! Фирменные бейсболки. Крутые чехлы для ваших телефонов. А это, кстати, я. Стильные жилетки. Красивые и удобные пеналы для ваших ручек и карандашей. Чпуньк. Комфортные худи. И, конечно же, вместительные рюкзаки. Но это еще далеко не все. Больше мерча вы можете увидеть, переходя по ссылке в описании этого видео. Выбирай, заказывай и становись частичкой банды «Кампусят». Ну чё, Фрэш, добро пожаловать в ад. Ребята, давайте договоримся, что вы больше не будете меня трогать. Мы не будем трогать тебя, чувак. Мы же культурные люди. Да, мы просто сделаем тебе немножечко... Не трогайте Фрэша, он хороший, по нему видно. Да, я очень хороший. Она права. Хороший Фрэш. Ну-ка дай сюда очки, примерю. Эй, верни, я без них нифига не вижу. Да не ной, ты ща примерю и отдам. Офигеть! Какие вы большие и смешные! Все, хватит, дай сюда! Да подожди ты, я еще не примерил! Бабл, ты сюда! Ого! Бабл, ты такой круглый, как шарик! Гуфи, у тебя голова, как страусиное яйцо! Верните человеку очки! Вы что, не понимаете? Он ни черта без них не видит! О, спасибо, теперь все вижу. Короче, Фрэш, сейчас я покажу наше тайное место. Только никому не рассказывай, понял? Пошли за нами. Давай не отставай. Мальчики, хватит на меня пялиться. Лучше покажите мне нормальный кампус. О да, малышка Оли, мы покажем тебе кампус. А хочешь, мы покажем тебе кабинет директора? Да, там еще никто не был, кроме нас. Малышка Оли? Меня так еще никто не называл. Ладно, давайте, покажите мне свой кабинет директора. Вот здесь кабинет директора. Только пообещай, что ты никому не расскажешь, что мы тебе его показывали. Обещаю. Давай тогда заходи. Эй, откройте дверь! Блин, так и знала, что они меня пранканут. И так же в каждой школе, блин. Давай, петюни, минус один. Погнали! Девчонки, это раздевалка. Только для избранных. Для теннисисток. А теннисистки – это мы. Не просто теннисистки, а крутые теннисистки. Вау, крутая раздевалка. А если мы скажем, что мы тоже теннисистки? Ух ты, вот это новость. Прикольно. Ол, походу в нашей команде скоро будет пополнение. Девочки, считайте, что вы уже частичка нашей команды. Обнимемся, теннисистки. Ладно, подружки, вы пока привыкайте к своей новой раздевалке, а мы с Лаурой пойдем по делам. Пока, подружки! Пока-пока! Офигенная раздевалка! И она теперь наша! Вот лохушки поверили в то, что мы теннисистки. Подожди, Молли, по-моему, у тебя что-то на спине. Развернись. Тут написано, что ты курица. А у меня нет такого же. И у тебя написано, что ты курица. Вот стерва, они сделали нас. Ну, и чего вы меня сюда притащили? Габи, это кафешка кампуса. Здесь мы проводим большую часть времени. Да, мы любим здесь зависать. Это наша чилл-зона.
Чё, типа уроки здесь прогуливаете? Ну да, бывает и прогуливаем. Пацанчик, давай прикол. А, сейчас будет. Габи, а хочешь прикол покажу? Чё, типа еще и приколисты, что ли? Ну да, мы любим приколы. Короче, смотри сюда. Нафига? Ну посмотри, сейчас прикол будет. Ну ладно. Вы чё, придурки? Короче, Фрэш, именно здесь мы прячемся от учителя Макса, когда не хотим идти на уроки. А я люблю ходить на уроки. Ты, ботан, если ты в нашем секретном месте побываешь хоть один раз, то ты захочешь тут зависать постоянно. Реально? Реально. Загляни туда. Ух ты, как здесь темно. Откройте! Мне здесь не нравится! Не парься, ботан! Немножко посидишь и понравится! Ну и ладно, зато у меня с собой фонарик. Почитаю хоть. Ну и балбесы, вы понимаете, что после этого он никогда не влюбится в меня! А мы и не хотим, чтобы он влюблялся в тебя. Да я тебе отвечаю! Ребята, смотрите! Там учитель Макс с новенькими идет! Я так и знал, что они ему нажалуются! Делай вид, что ничего не было! Ребят, что происходит? Почему новенькие в первый день на вас жалуются, а? Учитель Макс, мы не знаем, почему они жалуются на нас. Вы просили показать кампус, мы им показали. В самом лучшем виде. Вот так вот. Ладно, разбирайтесь сами. Мне надо поработать. Чак, разрули тут все. Ага. Да ладно, новенький, не парьтесь. Это всего лишь был прикол. Да, это было посвящение в кампус. Без этого вы бы не смогли стать частью нашей большой семьи. Welcome to campus! Yes. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ждите наши новые серии. Всем пока!